that deck video card. So this one is $9.99. On board video card or no? Ну что, все. А, пошло, да? Да. Так, мы, друзья, с Андреем находимся во Франции. Чем мы сюда пришли-то? Мы пришли покупать сервер для клауд-проекта. Ну, хорошо, значит, а поскольку у него там некоторое время занимает, значит, поговорить с людьми, которые делают саппорт. Вот и тут помогают нам. Я пойду пока по ряду. Давайте, я пойду по этому ряду и покажу, что здесь происходит. Вот, единственное, что я снимаю на сотовый, ну, извиняйте. Вот, я просто иду так мимо и хочу, чтобы вы видели ценники. Мы идем по лэптопному ряду, пока так вот. Фрайс вообще шикарный магазин. Здесь есть практически все. И так вот мы пришли сюда купить. То, что красненькое, ярлычки, это значит, у них там сейл какой-то, распродажа. Вот. Но мы сейчас развернемся и пойдем по другой стороне. Там модельки поприличнее. Ну-ка, пошли смотреть. Вот сюда пошли смотреть. Вот у нас тут вот так. Более дорогие модели. Мы сейчас с Андреем поговорим. Он относительно недавно приехал из Молдавии. И сейчас мы спросим у него, как вот все это в сравнении с тем, что он видел там. Я обхожу тележку, поэтому так получилось. Я знаю, что у нас многие любят на ценники смотреть. Вот, например, ряд с мониторами. Вот они разного калибра, в разную цену. Мы в таком помещении находимся, где не очень много света, поэтому я так понимаю, что колеблется то, что у меня снимается так в цветовом смысле. Но это, как бы, сами понимаете, телефон – это не камера. $149 такой мониторчик, просто чтобы у вас представление было. А есть подороже, вот этот за 429, такой большой. И их там много, вот смотрите, вот он целый ряд с мониторами пошел. Значит, Андрей, вот у вас какие впечатления? Я хотел спросить, вы все-таки недавно из Молдавии, да. И пару месяцев вы были во Флориде, наверное, тоже посмотрели, что там делается. Да. Ну, поделитесь. Ну что, впечатление. Во Флориде, конечно, более тропический климат и более тропическая растительность. Это я сразу к климату. Давайте о компьютерах теперь. О компьютерах, ну, я там не работал, поэтому я ничего не могу сказать о компьютерах. Так. О компьютерных магазинах я, честно сказать, не заходил. Ну хорошо, вот магазины. Давайте это с Молдавией сравнивать. Ну, не магазин, а вот просто ассортимент, как бы. Ассортимент намного больше, и опять же, уровень, то есть мощность лэптопов, к примеру, намного выше. То есть, хорошо, вот мы смотрим сервер. Мы смотрим сервер, да? Да. Для клауд-проекта. Да. Значит, вот что там, о чем там речь шла? Третье поколение, четвертое поколение, что там за разговор был у вас? Это о поколениях процессора Intel i7. Так. Потому что каждый раз выпускает новое поколение, ага. То есть более мощные процессора. Так. И чем старше, то есть чем младше поколение, Это как раз понятно, что чем новее, тем лучше. Но чем новее, тем лучше. С точки зрения цены. Или вы еще цену не обсуждали? Цену еще я не обсуждал. Опять же, здесь в Молдове бренд десктоп, это рабочие станции бренда не продают, там обычно сборные, все идет сборное, то есть с комплектующих. Вы знаете, что мой опыт здешний такой, что дешевле, надежнее и во всех отношениях лучше купить, даже пусть там стоит что-нибудь такое, чего тебе может быть не очень нужно, или там оно, скажем, допустим, видеокарта более мощная, чем вам надо для сервера, но при этом оно все равно дешевле.
и во всех отношениях лучше, чем если бы собирать вручную. Да, это, во-первых, надежность, то есть она более надежная. Да. Ну, вообще, то есть... И качество... плюс гарантия же к ним идет, да, конечно. Да, плюс гарантия. И качество техники. Конечно, если сравнивать качество техники в Молдавии и в США, конечно, в США намного выше качество техники и качество сборки. Ну, что... вот по ценам. Вот, допустим, вот лэптопчики мы с вами посмотрели. Разница в цене какая? В среднем на 20-30% ниже в США, чем в Молдавии. Окей, это на все-таки такие же, на такие же модели. Это все-таки брендовые вещи, лэптоп никто не собирает. Ну да. Ну ладно, ждем, пока с сервером нам подойдут.